стали известны шокирующие подробности вооруженного инцидента, произошедшего на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе столицы Азербайджана. Как сообщил источник, имя которого не разглашается, криминальный авторитет, известный как Ниджат Линкаранский, подвергся нападению. Киллер хотел убить Ниджата, но пули уклонились от цели и попали в случайных людей. А Ниджат смог уклониться от открывшегося ему огня. Говорят, что в настоящее время он находится под контролем правоохранительных органов. В информации также отмечается, что причиной инцидента стала кровная месть. Так, в октябре 2022 года Ниджат в стамбульском поселке Аташихир убил через киллера брата Эмина Нахичеванского Ильнура Гасымова. После этого Эмин решил отомстить и схватил киллера, чтобы уничтожить его. 10 марта убийцы прибыли по адресу, где находился Ниджат, чтобы выполнить приказ, а остальное известно общественности. К сведению, обе стороны были членами клана покойного вора в законе Равшана Линкаранского. Корни вражды между ними восходят к инциденту на открытии ресторана «Оазис» в Стамбуле. По нашим данным, там между двумя авторитетами возникло недовольство. Говорят, что они стреляли друг в друга из оружия. Однако те, кто находился на месте происшествия в то время, не позволили инциденту разрастись. После этого по заказу Ниджата убили Ильнура. А сам Эмин Нахчеванский в настоящее время находится в заключении во Франции. Отметим, что в результате расследования вооруженного инцидента на улице Самеда Вургуна в Баку два человека получили ранения. Пострадавшие Фаган Рагимли, 2002 года рождения, Тамерлан Гусейнов, 1983 года рождения, были доставлены в больницу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.